Свет лучезарного ангела вновь озарит Муром. В рамках Дня семьи, любви и верности в городе вот уже в третий раз пройдет международный фестиваль доброго кино. В этом году праздник получится еще ярче. Открытие кинопоказа пройдет в ДК «Вербовский» на площадке нового кинотеатра. С подробностями наш корреспондент. Ближе, чем кажется, Иван Находка, Небесный верблюд, Золотая рыбка и Две женщины. Такой список кинолент, подготовленный Фондом социально-культурных инициатив для муромского проката. Эти отечественные фильмы рассказывают о самом важном – семейных ценностях, детских мечтах и взаимоотношениях поколений. Очень жесткий отбор проходят те фильмы, которые видят наши дети. Ну, вот каждый год я наблюдаю за ребятами в зале и понимаю, что эти фильмы затрагивают самые вот тонкие струны человеческой души, затрагивают эти юные сердца, и они переживают эти ситуации, проживают ситуации вместе с этими героями, которым также 12, 13, 14 лет. «Жемчужиной лучезарного ангела» станет знаковой для нашего города показ анимационного фильма «Сказ о Петре и Февронии». Переплетение легенды и сказки порадуют как детей, так и взрослых в преддверии праздника семьи в кинотеатре ДК «Вербовский». 3D-кинотеатр появился благодаря правительственному гранту, который выиграла администрация округа. Но почему я? Ты единственная, кто может князю будущему помочь. Сила ваша в любви и в вере. Ты свет моих глаз. Для премьеры уже все готово. Оборудование установлено и протестировано. Осталось навести косметический лоск, и можно запускать проектор. А широкоформатный экран 9x4 метра позволит жителям с легкостью перенестись в атмосферу 13 века, наблюдая за сюжетом жития муромских святых. На прошлой неделе состоялся первый тестовый показ, который произвел очень благоприятные впечатления. И мы рады, что жители нашего города смогут увидеть лучшие образцы отечественной и зарубежной кинематографии на нашем замечательном большом экране. Что касается премьерного показа, он состоится 7 июля в 11 часов. Кинофестиваль продлится вплоть до 9 июля. Уникальная возможность увидеть добрые киноленты представится всем отдыхающим в загородных, оздоровительных и пришкольных лагерях. За 3 фестивальных дня муромлянам покажут 6 кинолент о добре и человечности. Их увидят около 3000 ребятишек. Но аудитория «Лучезарного ангела» будет намного шире. Ведь показ мультипликационного фильма о муромских святых состоится еще и 8 июля на одной из интерактивных площадок под открытым небом на улице Московской. Юлия Казакова, Александр Симонов. Новости Муром.